Общеизвестно, что пока мы не раскроем потенциал женщин, прогресса нам не видать. Это огромный потенциал, это более половины нашего населения. Сейчас сковано, до сих пор, сковано стереотипами, сковано страхами, неуверенностью самих женщин. И это все нужно преодолевать, чтобы раскрыть полноценно потенциал таджикской женщины. Я думаю, что она достойна лучшей жизни, более безопасной жизни, более защищенной жизни и качественной жизни.